Друзья, всем доброго дня. Меня зовут Анатолий. И, как всегда, в начале ролика свежий анекдот о рыбалке. Чемпионат по зимней рыбалке на 7-й день был закрыт бригадой наркологов. Давненько я, друзья, не рыбачил на поплавочку. Все, фидер. Решил вспомнить былые времена, когда по малолетке ездили, постоянно только на поплавочку, никаких фидеров не было. Вот. Думаю, куда поехать? Поехал тут на озеро Веровское в 30 километрах от города. Крайние рыбалки по фидеру какие-то, ну, не совсем результативные, как хотелось бы. Рыба есть, но такого вот стабильного постоянного клёва не вижу вообще. И разные места меняем, и все. Где-то стоит плотва, где-то вообще не клюет. Подлещик вообще отказывается клевать. Возможно, на нерест пошел. Поэтому сегодня приехал порыбачить на поплавочку. Такого сильного упора в место нету, то есть не будет клевать, будем дальше переезжать, возможно, на другой водоем. Походил немножко по лесу, нашел местечко такое, хочу половить именно, чтобы был камыш, не по голой воде, вот, а камыш. Уже закормился, немножко глубину тут померил, такая в районе метра, чуть больше, 1,20 м, может. Рыбачить сегодня будем с прикормкой вабик, лещ черный. Вот я его уже тут размешал. Сделал такую, знаете, очень влажную прикормку. Все-таки это не как на фидер. Вот, надо, чтобы шары лепились и мог подкинуть рукой. Из наживок, как обычно, мотылек, опарыш. И есть еще спецнаживка такая по плотве, по подлещику. Маночка есть у меня. Если что, вы разведем. Друзья, удочка у меня Bifine Lamar Bolo. 5-метровка. Вот, поплавочек 2,5 грамма, такой вот эксперт. Будет короткий поводок сантиметров, сколько тут, ну, 25. Крючочек небольшой 12 номера. Вот так сделал подпасок в 10 сантиметрах. Буду пытаться ловить со дна, все-таки упираться в подлещика. Ну, не будет клевать, будем ловить плотву, ну, или все, что попадается там. Главное, чтобы клевало. Для начала нацепим одного опарика и два мотылечка. Ух ты, первая поклевка. Первый обрыв. Зацепился за камыш там. Перевязываю крючок. Поставлю тоньше леску, легче будет, если что, обрывать. 0,10 поставлю, был 0,12 стояло. Первая плотвичка, ребята. Оп. Можно расчехлять садок. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая, ребята, поклевка была. Подтянула, но не всек я. Наживка такая. У меня тут 4 мотыля сидит. Где-то все-таки не заглотила она. А так пока только плотва. Буду, друзья, собираться. Перееду на другое место. Здесь мелочь, просто жесть какая-то. Ну, плотва мелкая,
неинтересно. Есть еще варианты, куда поехать. Места там новые посмотреть. Поэтому буду собираться. Ну что, друзья, переехал я на новое место. Покатался тут по знакомым местам везде. Людей, конечно, много сегодня. Просто большие выходные. В итоге приехал сюда. Раньше здесь тоже когда-то давно еще ловили. Просто что привлекло, кувшинка полезла. И вот хочу половить в кувшинке. Друзья, оборвал поплавок, перевязался, сейчас сижу, глубину меряю, просто мотыля нацепил так вот. И подлещик. Я даже подсак не раскладывал. О, смотрите, черненький такой, да, темненький. Ух, ребята, что-то я всёк. Меня там на точке начало копать, короче, пузыри. И сейчас вот только забросил, сразу выложило. Смотрите, красава какой. Видите, а? Смотрите, какой красавчик. Ну такой. Грамм 700, наверное. Ну это вообще жесть. Черный, смотрите, какой. Уже, честно говоря, у меня такое настроение было, хотел собираться. Вижу, что-то начало копать. Копать, копать, я тут всю прикормку кидаю, кидаю, кидаю. Слушайте, ребята, ну в заглот, просто жестко в заглот. Только забросил, вот буквально поплавок выровнял, и все, и пум, вылаживает и тащит в сторону так. Я, как обычно, упираюсь в подлещика. Цепляю крупные наживки. Плотва абсолютно неинтересна. Ну, потому что она мелкая. Чтобы она была такая, знаете, вот как грамм 100-150. Это был бы интерес, конечно, плотву половить. Может, не упирался бы тогда в подлещики. А так.
А так цепляю одного парика и штук 5-6 мотылей. Блин, ребята. Потянуло так. Начало выкладывать. Все, и где-то там за что-то зацепилось. Знаете, кувшинки поднимаются потихоньку. Где-то они там под водой стоят. И зацепилось, и такое немножко подержал, и все, исход. Ну, обидно, блин. То меня там на точке начало копать. Был момент такой прямо, такой. Пузырей такой вышел, что-то вот рыба какая-то дернулась там. Но поклевок нету, то есть вот копает, но клевать не хочет. Особенно когда ветер вот этот вот такой в берег идет, холодный вообще. Ну вообще отключаются поклевки. Вроде солнце светит, но ветер холоднющий, вообще руки мерзнут. Что, друзья, буду собираться. Такая вот небольшая рыбалочка вышла. Клев видел. Даже хорошую рыбку поймал. Что скажу? Ну, какая-то рыба все равно капризная, честно говоря. Может, место немножко не то или что. Но вот сейчас был момент, копала сильно даже на точке. Но клевать не хочет. Я уже там и три опарыша пытаюсь, и там четыре мотыля, и отдельно по раздельности и мотыль, и опарыш там. Ну, не хочет. Такое бывает иногда. Вот. Плюс еще что интересно. Нырки эти. Ныряет прямо под поплавком. Причем нырнет где-то издалека, проплывает, потому что видно, пузыри прошла. Но она знает, где рыба. Она видит рыбу эту, которая на точке там стоит, шевелится. Вот. Прошла, выныривает, смотрит на меня. Потом назад ныряет. Ну, короче, вот так распугивает рыбу конкретно. Причем не боится. Кинешь палкой, отплывает метров на 10, потом возвращается назад. Так что сейчас рыбку отпустим, покажу, что поймал. Вот. Друзья, поддержите канал подпиской, лайком, комментарием. С вами был Анатолий. Всем пока. Ha, ha, ha.